Ну, кто говорит, что в Германии чистота и порядок, тот не был на вокзалах в Германии в выходные. В выходные здесь никто вообще не убирает ничего. Поэтому люди здесь такие же свиньи, как и везде. Вот смотри, что тебе. Просто уборка у них чаще и лучше организована. Смотри. А так? Смотри, что они накидали. Люди везде одинаковые. Вот. А вообще мы собрались за нашими посылками. Что? Это мусор. Люди накидали. А вот это, кстати, белая разметка. Это для слепых. Вот эти вот квадратики, там где квадратики, это там где остановиться. Вот остановка. Остановка перед электричкой. А по вот этим полоскам они ходят. Мы ждем свою электричку. Ваня. Кирюша, помаши ручкой. Там вот что-то быстро промелькает. Едем за посылкой. Подняли как семью немцев. Да, мы пришли, а здесь занято. Не было указано, что зарезервировано. Мы вот. Мы взяли с собой чемодан. Туда мы положим нашу посылку. Половину, дедушка, а половину положим в коляску. Аню я возьму в перенос. Да, он бы не смог курить. Вот наш страшный план. Посмотрим, как он осуществится. Там в дырке живут кролики. А Кирилл пытается третий раз добросить им бублик. Теперь надо ждать. Иди сюда. Кинуть в ногу. Нет, ты нормально кинул, отлично. Кролику там уже точно найдется. Молодец, покормил кроликов.